Медики утверждают, что завтрак – это важный прием пищи, который нельзя пропускать. И от того, что мы съедим, проснувшись утром, зависит наше настроение в течение всего дня. Поэтому начните свое утро с полезного, сбалансированного завтрака, который предлагает нам герой нашего следующего сюжета. Доброе утро. Меня зовут Эрапет Фартут. Я занимаюсь спортом. И, соответственно, я стараюсь правильно питаться. Многие зададутся вопросом, как же в наше время питаться правильно. То есть на это, в принципе, времени нету готовить. Сейчас вам покажу завтрак, который, в принципе, может приготовить каждый. И времени уйдет на это, 5-10 минут, не больше. Для этого нам понадобится небольшая головка луковицы, можно даже половинку. Буквально помидоров 5, черри маленькие, все их знают. И, лично для себя 5 яиц. Для кого-то, может, побольше, для кого-то поменьше. Овсяная каша, грамм 50, 70, кто-то может 100, если любит поесть. И банан один. Начинаем. И одновременно, пока у нас жарится лук, чтобы блюдо у нас не стояло, мы включим чайник, так как овсянку мы будем заваривать кипятком. Овсянка все свои полезные свойства сохраняет только при запаривании. Ну и это очень удобно, в принципе, не надо стоять и мешать возле сковородки кастрюлю. Так, чтобы лук у нас не пригорел, мы жарим его без масла, мы добавим туда помидоров. Помидоры дают сок, и поэтому у нас ничего не будет пригорать. Ну вот, наши помидоры с луком уже почти обжарились. Сейчас мы добавляем яйца. Я уже чувствую запах этого вкусного блюда. Мне уже не терпится его съесть. А с утра я всегда очень голодный. Все это мы накрыли и ждем буквально минут 5, 10, смотрим, будем открывать. Теперь мы нарежем банан. Так как овсянка запаренная, она совсем безвкусная, сверху покрошив банана, будет вполне съедобное и очень вкусное блюдо. А самое главное, вот такими небольшими дольками нарезаем банан. Можно, в принципе, в кашу добавить и орех. Иногда можно маленькое варенье добавить. Кому как, по вкусу. Главное не переборщить. Пока мы заняты были овсянкой, наша яичница уже готова, ее можно уже есть. В принципе, можно уже выключать и ждать приготовления второго блюда. Так, ну что, надо уже пробовать, наверное. Сейчас мы это все переложим в тарелочку, не будем уже мы есть сковородки. Ну не знаю, может кто-то любит сковородки есть. Я не люблю. Вот. И выглядит очень аппетитно. Так, что у нас тут с овсянкой? В принципе, уже овсянка у нас готова. Так, бананы мы вываливаем сюда. Бананы перемешиваем с овсянкой. Можно немного добавить соли, либо чуть-чуть сахара, по вкусу. Но желательно сахар не добавлять. Вот такой вот аппетитный, правильный завтрак у нас получился, который состоит из белков и из углеводов. Углеводы здесь быстрые и медленные. Назовем это завтрак чемпиона. И помните, залог вашего здоровья – это правильное питание. Поэтому всегда приучайте себя к питанию с раннего возраста. С вами был Эрапетов Артур. Спасибо.